Что ж, друзья, вновь здравствуйте, с вами Старский, и со мной великолепный гость. Это Мария Стайпи, и еще более великолепный гость – это Ибица, игрок команды Liquid. У меня есть к нему пару вопросов, но для начала привет. Hey, Ibiza. Hey, nice to see you guys. Поздравляем с успехом на PGI, вы два раза взяли вторые места, и поздравления – это здорово, но хотелось бы узнать, чего вам не хватило, чтобы взять первое место в одном из режимов, ФПП или ТПП? So, congratulations on your performance on PGI. You placed two times the second place. And the question is, what did you lack to play the first? Like, why didn't you win this tournament? We had a few individual mistakes. And it was third person. Third person, we never practiced that. So, we were really happy with second place. And, like I said, we had a few mistakes, individual mistakes. Sometimes you get in rough games, rough positions, and it happens. Что касается третьего лица, ребята практически не практиковались, поэтому они были очень удивлены и безумно рады занять второе место. А что касается игры от первого лица, то они делали несколько индивидуальных ошибок, достаточно серьезных, оказывались немножко не в тех местах, и поэтому получилось всего лишь на второе место. Вы решили произвести замену в команде. Есть ли на примете какие-то игроки, может быть, уже сейчас, даже если без имен, просто скажи, есть ли они. И чего вы хотите добиться этой замены, и почему вы решились на эти изменения? So we heard that you are going to change the team roster. And do you have anyone in particular looking at? We are not asking you to reveal any names, just like if you have anything in mind or just open... or trying to find someone new, and what is the purpose of this change? What are you trying to achieve with this? We know who our fort is going to be. It's going to take a bit longer, so we're probably going to play the LAN in Hong Kong and Starladder with Skoom still, and then after that we're going to do a roster change. I don't really want to go too much into like the info why we replace someone, but all I can say is that sometimes you need to make a change to make the team better, and we thought this was the right change. У ребят уже есть четвертый человек на примете, но, к сожалению, это займет немножко дольше времени, чем они собирались, и поэтому ближайшие ланы в Гонконге и после этого Starladder, они будут все еще играть со своим текущим игроком Скумом. Что касается причин таких изменений, они не очень хотят даваться в детали, но основная вещь, чтобы команда работала, иногда надо что-то менять, иногда надо привносить что-то новое. И вот надеются, что результаты будут дальше еще лучше. Если бы этой заменой стал игрок СНГ, с какой командой, кого бы ты позвал, с кем бы ты с удовольствием играл? So, if you had a chance to take a CIS player as a fourth player. A CS player? CIS, like Russia, Ukraine, yeah. Who would it be and why? Pidja from Na'Vi. His English is good, he's an amazing player, if not one of the best CIS players, and he's just a fragger, he's insane at the game. Это будет игрок из Na'Vi Uba, потому что он, у него очень хороший английский, он великолепно играет, и он очень классный фрагер. Твой самый счастливый день в карьере игрока Team Liquid, в карьере игрока в PUBG? So, tell us about your happiest day as a PUBG player, as a Liquid player. Like, which day was like the best day ever yet? I mean, when we qualified for PGI was, I think, the best day ever, and then, of course, PGI itself, that whole week was just amazing. Самым приятным днем это был тот, когда мы выиграли квалификации на PGI, и, собственно, поняли, что мы туда, что ребята туда поедут. Но и в целом сам весь PGI, вся эта неделя была тоже для ребят незабываемой. Последний вопрос. Если бы вдруг тебе пришлось поменять игру, то во что бы ты начал играть после PUBG? So the last question is, if you would need to like switch the game, to change the game you are playing competitively, which game would it be? Any ideas, any insights on this? It would be Fortnite, to be honest. Before PUBG, I always played third-person games, and I have a lot of passion for these games, even though I don't really like third-person anymore. But Fortnite, for sure, it's a big game, big audience, a lot of organizations are in it, and I don't know, it's kind of my game. Если бы надо было поменять игру, то Ибица пошел бы в Fortnite. Во-первых, он в него играл и до этого. И, в принципе, ему до этого очень нравились игры от третьего лица, несмотря на то, что PUBG сейчас немножко отучил его от этой любви. Но сам Fortnite имеет огромную аудиторию, куча команд смотрит, куча игроков. И поэтому это был бы Fortnite. Thank you, Ибица. No problem.